Глава МИД Франции Лоран Фабиус представит во вторник новые программы финансирования, направленные на улучшение ситуации с мигрантами и людьми, вынужденными бежать от войны в Сирии, заявил руководитель внешнеполитического ведомства в опубликованном во вторник интервью газете «Паризьен». 4 миллиона беженцев, 30 миллионов перемещенных в результате войны людей, Франция и ЕС должны оказывать поддержку в свете масштаба сирийской драмы. С начала конфликта 6,2 тысячи сирийцев получили во Франции статус беженца. Президент пообещал сделать еще больше, сказал Фабиус. Вместе с тем, он подчеркнул, что Франция и Германия не могут действовать в одиночку, все страны Евросоюза должны в этом участвовать. Солидарность заключается в том, что надо также оказывать поддержку Ливану, Иордании, Турции и Ираку. 2 миллиона сирийцев сейчас в Турции, более миллиона, в Ливане, это между 1/5 и 1/4 населения. Франция уже выделила около 100 миллионов евро, и сегодня я представлю новые финансовые усилия в этом направлении, сказал Фабиус.